Приветствую всех, друзья. Вы знаете, решил я сегодня замахнуться на святое. Готовить харчо. Сам дико люблю этот суп. И поэтому я со всей тщательностью, со всей душой, со всей любовью приготовлю сегодня этот суп. У нас уже есть здесь в аудитории желающие, конечно, его слопать. Так что, ребятки, ждите, дорогие мои. Ну, ребята, сразу вам скажу, что у меня уже сварен бульон. Как правило, это говядина. Можете варить из баранины. Но формально харчо – это суп из говядины. Сварен бульон из говяжьей грудинки. Здесь только бульон. Грудинка пока у меня в холодильнике. Я ее обязательно использую. Потому что харчо лучше, когда в нем кусочки, понимаете ли, мясо грудинки есть. А что у меня еще? Сейчас я буду жарить лук. Вы знаете, простая вещь. Я сейчас включу нагрев под сковородкой. А, кстати говоря, вы ведь, наверное, заметили, что я готовлю с помощью техники кассо и горение. Так вот, мы, эти два бренда, я и магазин М-Видео, придумали для вас специальный эксклюзивный промокод LAZERSON15. Почему 15? Потому что это 15% скидка на технику кассо и горение. Ссылка на сайт под видео. Я вам рекомендую не упустить шанс купить технику кассо и горение по очень приятным ценам. Ну, смотрите, немного масла. Бульон, видите, у меня на грани кипения находится. Я его пока не форсирую. Лук. Конечно, я буду пытаться шинковать настолько тонко, насколько я могу. На четверть кольца. Вот я отправляю лук в сковородку, и пусть он себе жарится. Я сейчас в мисочке промою рис. Вот с рисом отдельная история. Часто харчо страдает тем, что со временем он превращается в кашу, потому что риса кладут много, и он набухает потом, и особенно на второй день. В нашей стране ведь не варят суп на один день. Мы должны варить суп на месяц и есть его каждый день. Но, шучу, 2-3 дня, верно? Поэтому с рисом нужно быть крайне аккуратным, чтобы суп не превратился в кашу, а именно следить за его количеством. Вот здесь у меня, если оценить количество бульона, то здесь не менее 2,5-3 литров. Смотрите. Вот это уже много риса, чуть больше половины стакана. Я возьму вот все-таки полстакана. Вот сколько я оставляю риса. Тут чуть меньше, чем полстакана. Я сейчас налью сюда воды, промою его быстренько. Рис круглозерный, краснодарский. Вот я считаю, что это самый правильный рис для использования в харчо. И теперь я немного сейчас бульон уже начну подогревать. И вы знаете, я уже положу сюда рис. Вот здесь небольшое количество воды. Пусть он себе потихонечку начинает здесь пробулькивать. Я сейчас пока посолю бульон, потому что я не солю бульон или минимально солю бульон при его варке. Я сейчас достану то самое вареное мясо. Давайте на него посмотрим. Ну, вот видно, что это была грудинка. Мяско у меня было такое весьма молодое. Вот смотрите, я сейчас сниму с костей. Вот так. Я его сейчас, конечно, назад в кастрюлю, чтобы с каждой порции обязательно в тарелку попадал хороший кусочек мякоти. Ну, для того, чтобы равномернее распределить мякоть, я его чуть помельче нарезу. Вот смотрите, какая хорошая золотинка. Вот это уже мясо идет в супец. Смотрите, теперь немного томата. Томат весьма современный продукт. И, конечно, когда-то в старину его не использовали. Использовали ткалапи или ткемали для подкисления харчо. Но в современной ситуации весьма часто добавляют помидоры и томат, либо помидоры или томат, либо просто томат. Я сторонник добавлять томат. Вы, если хотите, добавляйте помидоры, без томата, с томатом, как хотите. Я показываю свою версию. Вот так вот
небольшое количество томата. И сейчас я вместе с луком его поджарю. Такой пассерованный, прогретый с жиром томат приобретает, знаете ли, особенный вкус. Вот посмотрите, уже закипает бульон второй раз. Я сейчас вот прямо, где у меня вот эти косточки, да, вот этот вот вторичную пену сниму. Вот, я думаю, что уже томат спассеровался. Для этого достаточно, на самом деле, несколько минут. Все, это нам даст еще и, как вы понимаете, прекрасный цвет. Вот так. Так, и немножко можно сполоснуть сковороду. Это есть. И вот теперь пусть все это чуть-чуть вместе поварится. Хорошо, видите, я добавил томат тогда, когда рис еще не готов. Это неплохой трюк, потому что все крахмальные продукты хуже варятся в кислой среде. Сейчас за счет томата здесь уже остается кислинка, и рис не так сильно будет развариваться. А я сейчас подготовлю доску для дальнейшей работы. Ну вот теперь приходит время добавить еще и ткемали. Это соус ткемали, и хорошего производителя много. Ну, вернее, не так много, но есть несколько приличных. Посмотрите. Чаще всего используют, конечно, ткалапи. Это такая пастила из ткемали. Но с хорошего производителя соус ткемали весьма хорош для подкисления супа харчо. Вот так, смотрите, бац. Где-то треть стакана, я чуть меньше, чем половину, в общем, положил. Теперь под аджичивание. Аджика. Если вы любите аджику, возьмите ту, которую вы любите. У меня есть своя аджика тоже. Я добавляю сюда для остринки аджичку. В аджичке много чего есть полезного и вкусного. Я добавляю немного уцхосунели. Ну, мои зрители знают, что это такое. Кто не знает, посмотрите. А кто не хочет, возьмите либо немножко хмели-сунели, либо не берите ничего из этих двух вещей. Либо уцка, либо хмель. Я добавляю немножко. Но уцка дает такой ореховый вкус. И пока у меня происходит здесь вот такая вот медленная варка харчо, я сейчас подготовлю самый, я считаю, такой мощный вкус, завершающий вкус харчо. Я возьму чеснок. Он у меня вот здесь спрятан в луке. Вот посмотрите, так это по отношению к количеству харчо прилично. Я сейчас чеснок нарублю, раздавливая каждый зубчик. Вначале раздавлю, тогда они становятся плоскими, и их удобно рубить, эти самые зубчики. Сразу скажу, что я не использую грецкие орехи в харчо. Не считаю нужным, хотя знаю, что есть региональные варианты харчо в Грузии, где грецкие орехи используются. Так что хотите, добавляйте толченые грецкие орехи в конце варки тоже, либо прямо в тарелку. Это ваше право. Вот у меня достаточно чеснок измельчен, хотя мне еще этого мало. И теперь кинза. Ну какая грузинская еда без кинзы? Возьму вот такое приличное количество кинзы. Я часть кинзы в стороночке нашинкую. Этой кинзой я посыплю уже харчо при подаче в тарелке. Вот так оставлю. А вот эту кинзу я буду измельчать вместе с чесноком. Вот это и будет такая, знаете, чесночно-кинзовый такой затор для харчо. Финальная часть харчо. Я эту часть кипятить не буду. Вы увидите, как я буду работать с этим ароматным затором. Уже в... это будет венчать, собственно говоря, приготовление харчо. В общем, ничего, ребята, сложного в харчо нету. Я сейчас проверю рис. Я думаю, что он еще не готов. Хотя, вы знаете, рис обычно варится в среднем 12 минут. 15 минут. Это край уже, да? На самом деле быстро. Здесь, поскольку кислая среда, он варится чуть медленнее. Но я сейчас, смотрите, я сейчас несколько подниму нагрев, чтобы суп активнее закипел. И потом посмотрите, что будет дальше. Вот смотрите, суп сейчас кипит активно. Смотрите, полностью выключаю плиту. Все. Каюк. Суп утихает. Утихает, я даже сейчас чуть-чуть сдвину, потому что конфорка еще горячая. Смотрите, вот так. Теперь я сюда добавляю вот этот вот ароматный затор. И
без нагрева уберу вообще. Вот так. И теперь накрываю подготовленной крышкой для настаивания. Рис доходит, а суп ароматизируется этим ароматным затором. Чесночно-кинзовым затором. 10 минут и можно есть. Ждем. Вот прошло 10 минут. Вы знаете, очень часто эти 10 минут кажутся тебе самыми тяжелыми 10 минутами в жизни, когда ты ждешь харчо. У меня уже подготовлена вот такая вот тарелочка. Значит, кинза сэкономленная. Вы ее помните? Вот, посмотрите. Я сейчас вот так вот наливаю к харчу. Вот так. И дополнительная, конечно, кинза. Есть тенденция подавать харчо весьма своеобразно. Я порой так делаю. Отдельно маринуется лучок. Тонко шинкуется лук, белый, красный, чуть-чуть уксуса, там зелени, укропа, может быть, кинзы. И вот посередине кладется горка маринованного лука, чтобы едок мог либо вмешать этот хрустящий лук, кисловатый, в суп, либо есть как-то параллельно. Я это делаю, повторяю, но не всегда. Порой я хочу просто съесть миску пряного, островатого харчо. Острите, как вы любите. Это я сейчас говорю не в смысле шутите, как вы любите, ясное дело, а давайте ему остринку. Но скажу вам, что грузинская кухня вообще по сути своей не острая. Она пряная, много зелени и чеснока. Вот, но вы имеете право. Конечно же, я попробую. Я попробую вот так вот смачно. Мясо не буду, потому что мне же хочется только оценить жижу. Мясо-то понятно, что, ну, мясо и мясо, да? Я ощущаю себя сейчас то ли на рынке в Сочи, то ли в Грузии, а то ли в раю. И прежде чем я попрощаюсь, еще раз вам хотел бы напомнить про промокод LAZERSON15 на бренды Casu и Garenia от магазина M-Video. Ссылка под этим видео. Я с вами прощаюсь, друзья. До встречи.